Добрый вечер, это программа «Сумма мнений». Меня зовут Денис Каменщиков. Я Оксана Маклакова. Предлагаю вступить в программу «Сумма мнений» с красивой нашей отбивки и уже встречать гостей в студии. Ну, вот теперь на самом деле сумма мнений началась. Оксана Маклакова, Денис Каменщиков. Молодые родители. И говорить сегодня и будем про материнский капитал. В связи с этим есть две новости. И вот знаете, как в том анекдоте, одна хорошая, а одна плохая. Ну, плохая. Начнем с плохой. С 2016 года в России собираются прекратить выплаты материнского капитала. То есть прекращается действие этой самой программы. И хорошая. И хорошее, в Свердловской области набирает силу областной закон, согласно которому за третьего ребенка власти оказывают материальную поддержку и выдают сертификат на 100 тысяч рублей, которые, знаете, на дороге тоже не валяются. Вообще история с материнским капиталом, который в 2016 может вдруг закончиться, она всколыхнула волну обсуждений в интернете, она всех очень взволновала, потому что, ну, в общем, за эти 6-7 лет, сколько программа работает, люди как-то попривыкли. К тому, что, ну, в общем, к тому, что она есть. К тому, что она есть, к тому, что государство помогает семьям. У нас обсуждение на сайте началось еще сегодня задолго до эфира, на самом деле днем. Ну и там один из основных моментов, что нужно теперь успевать до этого 2016 года, и это только кажется, что это далеко. Про хорошую новость, про вот эту самую региональную выплату. Буквально вчера вручили первые сертификаты на получение вот этих самых 100 тысяч рублей двум мамочкам, чьим детям исполнилось 2 года. Это условие этого закона. Подробнее о законе мы сейчас узнаем у представителя Министерства социальной политики. А пока предлагаю посмотреть небольшой фрагмент торжественного вручения сертификатов. Я вам желаю здоровья, деткам вашему здоровья и очень правильно распорядиться этими средствами. А вот пока мы смотрели за вручением, у нас в студии появились гости замечательные. Елена Валерьевна Чучунова, вице-спикер законодательного собрания Свердловской области, председатель фракции «Единая Россия». У нас в Екатеринбурге. Здравствуйте. Представитель Министерства социальной политики, начальник отдела семейной политики и социального обслуживания семьи и детей в министерстве, так называется правильное подразделение, Марина Владимировна Ячменева. Марина Владимировна, здравствуйте, добрый вечер. И Алена Владимировна Кузнецова, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации у нас по Свердловской области. Добрый вечер. Вот, ну, сразу хочется с региональной программы, вы меня поправили неправильно, с областного закона вот этого. Расскажите, пожалуйста, кто может стать участником вот этого проекта, не проект, кто может претендовать на эти самые 100 тысяч? В первую очередь хочется сказать, что на территории Свердловской области ежегодно принимается более 40 нормативно-правовых актов, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей. И закон Свердловской области об областном материнском семейном капитале является одним из таких нормативно-правовых актов. Срок годности у него есть какой-то? Потому что у нас... Да, верно, у него есть срок годности. Он вступил в силу с 1 января 2012 года, он был принят 20 октября 2011 года и рассчитан на период до 31 декабря 2016 года. В соответствии с федеральным действующим законодательством. Почему опять 2016 год? Почему в 2016 году заканчивается и вот областная программа, и федеральный материнский капитал? Говорить почему о том, вот такой что срок? Эти сроки конечные мы нельзя. Не будем. Да, время идет, требования
меняются, я думаю, условия меняются жизни, и, скорее всего, и тот, и другой варианты законопроектов будут продолжены или каким-то образом будут найдены какие-то... А кто может стать участником этой программы? Для кого эти деньги? В первую очередь этот закон направлен на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей. Либо усыновивших трех и более детей. Потому как общенациональный девиз «Россия без сирот» для Министерства социальной политики Свердловской области остается приоритетным. И мы рассматриваем родителей как родивших и воспитывающих детей в биологических семьях, так и детей, усыновивших и воспитывающихся в таких семьях. Получить материнский сертификат может женщина, родившая трех и более детей, либо мужчина, который является единственным родителем для третьего и последующего детей, либо усыновившим третьего и последующего детей, а также ребенок. Что нужно сделать тогда? Ну вот такая... Памятка для родителей, которые с 1 января текущего 2013 года эти женщины и мужчины могут обратиться в территориальный орган исполнительной власти, управление социальной политики по месту проживания для того, чтобы написать заявление о желание получить такой сертификат. Данное заявление будет в течение 30 дней рассмотрено. То есть для нас принципиально важным моментом является тот факт, что это родители не лишены родительских прав, не допускающие жестокого обращения с детьми. То есть, ну, я думаю, такие люди не приходят писать заявление в... Ну, мне кажется, нет, это какой-то абсурд. Но, тем не менее, Россия без жестокости и слез – это тоже общенациональный девиз. Все-таки у нас действует комплексная программа «Чужих детей не бывает», которая направлена на решение проблем детского семейного неблагополучия. Такие факты мы выявляем, имеют место быть. Это негативное явление в нашей жизни. Мы стараемся его преодолеть. И поэтому, в первую очередь, нас интересуют не столько количественные показатели – роста численности детского населения, сколько все-таки количество благополучных семей, проживающих на территории Свердловской области. И данная мера направлена именно на благополучную семью. Владимир Владимирович Путин в своем традиционном послании Совету Федерации говорил о том, что в России должна быть нормой семья, воспитывающая трех более детей. Поэтому... Девиз у вас совершенно прекрасный. Вот. Да, потрясающий. Да. Мы бы хотели, чтобы и жизнь Свердловской области и в Российской Федерации была... Под этими же девизами проходила. Да, да, была. Как можно куда можно потратить эти деньги, как ими воспользоваться? После того, как семья получила сертификат, ребенку должно исполниться 2 года. По достижению ребенком возраста, 2-летнего возраста, родители вновь приходят в управление социальной политики и пишут заявление на распоряжение средствами материнского капитала. У нас приняты 2 постановления правительства Свердловской области к закону о материнском семейном капитале, которые как раз предусматривают реализацию средств материнского капитала и получение самого сертификата. Что касается реализации этих средств, у нас обозначены 2 позиции. Первая – это улучшение жилищных условий семьи, что вполне нормально при рождении 3 и более детей. Ну, это как нуждается... и в случае с федеральным маткапиталом. Совершенно можно верно. Потратить в уплату и ипотечного кредита, да, например. Да, они могут объединить эти средства, потому что мы не в разрез федерального законодательства, а в согласованных действиях видим эту меру поддержки. Поэтому улучшение жилищных условий, реконструкция, постройка жилья. То есть можно потратить, например, вот частный дом недостроен, купить кирпич, там, купить, не знаю, шифер, и вот на эти деньги тоже можно. Можно, да, можно. И второй момент, на который мы обратили внимание, это необходимость получения образовательных услуг. К сожалению, образование становится все чаще платным, и поэтому средства материнского, областного материнского капитала можно потратить и на эти цели. В случае, если семья получает услуги в лицензированном учреждении, то есть учреждении, имеющем лицензию на предоставление образовательных услуг и соответствующие. То есть вот варианта 2 – улучшение условий жилья, дом или образование? Или образование для детей. Вопрос от зрителей. Если у матери погиб ребенок, которому нет 2 лет, она получит 100 тысяч или нет?
К сожалению, в данном случае наше законодательство ограничивает получение материнского капитала, потому как мы все-таки поддерживаем семьи, где воспитываются живые дети. Угу. Это не единственная областная, я все равно называю программой, не единственный областной закон, который помогает семьям. На самом деле их много и много, и вот хочется про них рассказывать и рассказывать, потому что люди не знают. Да, хочется и нужно рассказывать и рассказывать. Причем не только о законах, которые принимаются, не только о программах, которые мы реализуем в Свердловской области, но и о семьях. Угу. У нас такие замечательные семьи в Свердловской области. Если можно, я пару примеров приведу. А мы с ними познакомимся, у нас будут в гостях замечательные семьи. А вот про программы, которые еще позволяют вот какие-то блага от государства получить, кроме вас никто не расскажет. Примеры из жизни. Да? Вот замечательная семья города Каменск-Уральского. Удивительные люди, которые имеют двух своих детей, и они удочерили тройняшек, девочек-тройняшек. Угу. Понятно, что испытывали огромные трудности, но сейчас многие из них уже позади. Дети, конечно, достаточно сложные. Как рассказывают эти родители, они психологически еще очень сложные. Они сами себя укачивают, эти дети. Они привыкли вот к тому, что нет мамы, нет папы, они на таком самообслуживании находятся. Поэтому нужна была помощь психолога. Главная проблема, которая встала, это, конечно, улучшение жилищных условий, потому что, ну, сразу пятеро детей. И вот тут им на помощь пришла наша областная программа, которая направлена как раз на поддержку семей многодетных для улучшения их жилищных условий. Вот для этих возможностей. Они получили сертификат на 1 000 000 рублей. Продали свою квартиру, взяли ипотеку. Елена Валерьевна, я извиняюсь, что перебиваю вас, но у нас в студии есть скайп. Мы связались с Валерией Барминой. Валерия, здравствуйте. Это мама троих детей, как раз вот одна из тех, кто получил региональный материнский капитал. Добрый вечер. Валерия, расскажите, пожалуйста, как вы, во-первых, собираетесь распорядиться этими деньгами? Честно, сразу нам признайтесь. Вот. Ну и во-вторых, как вам такая поддержка от государства? Понятно, что лишних денег в многодетной семье не бывает, это точно. Ну, конечно, лишних денег не бывает в многодетной семье, естественно. Поэтому я вам сейчас отвечу на второй вопрос. Я думаю, такая поддержка крайне необходима многодетным семьям, потому что перед ними очень остро стоит жилищный вопрос. Это ответ уже на первый ваш вопрос. То есть я думаю, что мы отправим эти деньги в погашение ипотечного кредита нашего. Угу. Ну и материнским капиталом большим федеральным вы уже тоже воспользовались, как мама троих детей? Да. Угу. А им, если не секрет, вы уже распорядились или еще ждете достижения возраста? Или... Нет, мы уже распорядились федеральным материнским капиталом по рождению второго ребенка. Он тоже пошел в погашение ипотечного кредита. Валерия, насколько это сложно вот это все оформлять? Потому что, когда говорят сотрудники, вроде как все красиво. Придите, напишите заявление. Ну, не в обиду будет сказано, да, всем? Вот. Но вот как человек-то живой? Вот он приходит, начинает эти бумажки заполнять. Очень многие ведь этого боятся, еще поэтому мало знают и не идут. Честно скажите, тяжело было получать? Добиваться? Нет. На самом деле это действительно просто. Требуется всего, по-моему, 3 справки, справка с места жительства, собственные документы и свидетельство о рождении детей. Все. Mm-hmm. Это все, что требовалось. Поэтому это совершенно несложно, это легко оформить. И последний вопрос. Скажите, вас вот такая поддержка государства, она вдохновляет на расширение семьи? Вот работает это, как было задумано изначально? Ну, я бы расширяла семью и вне поддержки государства, на самом деле. Вот. Но, с другой стороны, повторяю, это очень действенная помощь, очень действенная. Ну, то есть нельзя сказать, что это стимулирует в каком-то смысле, но в любом случае помощь приятная и помощь всякая нужна. Безусловно. Валерия, спасибо вам большое. Приветы вашему большому семейству. Приятного вам доброго, вечера, до свидания. И вот продолжая, значит, есть для многодетных семей программа, помогающая с компенсацией
оплаты жилья, да, вот для улучшения жилищных условий. Вообще, вот то, что, то, о чем мы сейчас говорим, это же очень такая комплексная задача, да, проблема, очень жизненный вопрос. Вот вы сейчас спросили, вот стимулирует ли это семью, да, к увеличению количества членов семьи. Очень много факторов. Вот, мамочке, например, надо знать, что она устроит ребенка в детский сад. Надо знать для того, чтобы решиться на рождение ребенка. То есть это нужен не только материнский капитал, нужны вот в том-то и дело, стимулы. Нужны условия в широком смысле этого слова. Если мама имеет образование, да, у нее есть перспективы карьерного роста, она очень серьезно задумается над тем, рожать ли ей там следующего ребенка, да, допустим, потому что это может быть препятствием для ее работы. Потому что она знает, что лет до трех ей придется сидеть, если нет бабушки. Поэтому или нанимать и тоже тратить деньги, соответственно. Совершенно верно. Няню и совершенно все верно. Остальные, поэтому все остальные. Вот рассматривая, так скажем, в отрыве, да, вот только материнский капитал и только там федеральный, региональный стимулирует к тому, чтобы наши семьи росли. Вообще мы ведь все заинтересованы в том, чтобы нас было больше. Да? Нас, россиян, сверловчан, должно быть больше. Это, это нормально. Ведь считаете же, может быть, вы нам ответите, увеличилась ли рождаемость, стали ли больше усыновлять? Вот программа с 2007 года. Влияет, не влияет? Расскажите, вот вы за цифрами пошли в бумаги. Так. Я могу пока без бумаги даже об этом рассказать. Но на самом деле, если в целом по России говорить, то у нас естественный прирост населения 200 тысяч по итогам прошлого года. Красота. В Свердловской области у нас тоже порядка 1500, если нужна цифра точнее, то, я думаю, специалисты ее назовут. А по Екатеринбургу у нас естественный прирост 6330 то есть по итогам дети. Года. Это именно дети, это естественный прирост, это превышение рождаемости над смертностью. Нас становится больше. Вот этот показатель говорит именно об этом. А это все-таки дети, родившиеся? Ну вот знаете, люди, есть смешные цифры у статистиков. Естественный, это дети. Я пытаюсь упростить все, да. Видите, чтобы до конца было понятно. Это дети. Потому что очень же много есть историй, что да, нас становится больше. Это другие люди приезжают. Нет, это родители. И об этом тоже же народ говорит. И многодетных семей становится больше. Вот если динамику посмотреть, за последние годы на треть выросло количество многодетных семей в Свердловской области. Сейчас, если я не ошибаюсь, более 27 тысяч. Там удивительная цифра у нас в статистике. В многодетных семьях воспитывается 88 888 детей. Как так получилось? Вот так. Но хотя эта цифра постоянно меняется, потому что дети же все время рождаются. Вот только в новогоднюю ночь, недавно у нас был Новый год, в Екатеринбурге родились 21 младенец. 11 мальчиков и 10 девочек. Можно сказать, сколько приходится на одного человека? Вот дореволюционный показатель, 6-7 детей был рождений у одной женщины. Ну, вот такой средний был показатель. Потом в 90-е практически 0 целых и сколько-то десяток, совершенно какая-то нелепая. Сейчас вышли на 1,5-2. Ну, вот такие тут с дробями, но тем не менее. Ну, 1,5-2, так да. И есть. Ну вот не зря же мы говорим о том, что нормой должна стать семья именно с тремя детьми, потому что тогда мы будем, ну как вот, как это мы говорим, сами себя воспроизводить, да? Тогда не будет сокращаться. Владимир Владимирович норму такую определил, по 3 ребенка в семье. Да. Мы позвонили руководителю медико-демографической группы, человеку, который разбирается в демографии и в цифрах, как никто другой. Раиса Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как по-вашему вот эти программы с материнским капиталом и федеральные, и региональные, они сработали на увеличение рождаемости, на улучшение демографической ситуации в стране, у нас в регионе? С удовольствием. Значит, в течение последних лет в Институте экономики проводилось достаточно много по разным городам Свердловской области и даже на севере, то есть по Уральскому региону в целом, социологические исследования. Опрашивали молодых семей о их мнении на значение материнского капитала. Во-первых, опрашивали их настроение вообще на детей, проблемы, которые мешают им, может быть, активизировать свои репродуктивные установки, и в отношении материнского капитала. Конечно, 75% практически уверенно сказали, что материнский капитал повлиял на настроение повысить репродуктивные установки семей. Особенно, конечно, семей со средним достатком. Но когда какая-то часть, именно около 30% с
сомневаюсь, что материнский капитал может оказать, что в принципе столько желаемых, сколько хотели, имели. Но, тем не менее, вот если доход менее 15 тысяч на члена семьи, то, безусловно, 100% считает, что материнский капитал и повлияет, и будет в будущем влиять. Некоторые мы задавали такой вопрос, а сколько бы вообще они считают возможным вот, повысить материнский капитал, потому что, ну, якобы он полностью естественный, эти 400 тысяч не восполняют все содержание и воспитание ребенка. Ну и самый такой большой хороший ответ, или так почти все ответили, да, 100% повысить активность рождения третьих, четвертых детей, и материнский капитал будет более чем 1 000 000 и около 2 000 000 рублей. Раиса Викторовна, а вот если будет прекращена программа, потому что и у той, и у другой программы по документам есть все-таки конечная точка. Вот вы можете как-то прогнозировать народ, вот те 70%, ну понятно, что это будут уже другие люди, но тем не менее, это может сработать в обратную сторону? Ну, в обратную сторону это, конечно, не сработает, безусловно, потому что... Нет, для будущих родителей я имею в виду. Я понимаю. Дело в том, что вот эта благоприятная тенденция, которая сейчас наблюдается, она ведь не только за счет материнского капитала. Ценность семьи и вообще отношение к престижу семьи, вот они тоже в ответах своих на это обращали большое внимание. То есть я правильно понимаю, что люди, если вдруг останутся после 2016 года без этих денег, если вдруг будет принято такое решение, они... Опять же, если правильно вас понимаю, будут брать пример с тех, кто уже родил, да? Тех, у кого 3-4 ребенка. Хотелось бы надеяться. Понятно. Но мне, знаете, хочется поднять еще вот среди ваших коллег и такой, что ли, квалифицированной аудитории такой вопрос. Вот мы, например, наблюдаем, я изучала в последнее время значение новых репродуктивных технологий в появлении детей в бездетных семьях. Ну, не секрет, что количество бездетных семей как по причине той и другой, то есть мужской и женской, увеличивается. И стоит огромная очередь в центры по... Да, Раиса Викторовна, это вот отдельный разговор совершенно. Это отдельное, но я вам в подтверждении того, ценность детей и семьи в общем нам хочется видеть, улучшается. Последний вопрос про демографическую ситуацию. Вот сейчас цифры такие, ну, в общем, приятные и оптимистичные, потому что сейчас родителями становятся, ну, вот мое поколение, 83-85, когда был бэби-бум. Это не секрет. А что будет лет через 5, если и закончатся программы, связанные с материнским капиталом, и ну вот в возрасте, когда, собственно, нужно заводить семью, окажется поколение 90-х, а ведь там был спад серьезный, которых очень мало. Вот что будет, чего мы ждем? Нет, ну, во-первых, не так уж очень мало, сейчас уже все равно. Мы ближе к тому с 2006 года и даже 2005 года. У нас идет повышение рождаемости. Причем... Нет, мы говорим именно про тех детей, которые родились в 90-е, которые становятся взрослыми. Возрастная структура, вот ее спад, безусловно, повлияет. Но она повлияет просто на какое-то небольшое время. Потом снова появится увеличение, потому что сейчас идет повышение рождаемости уже достаточно давно. Читайте, 12 год у нас с 6-го, с 5-го года незначительно стала повышаться рождаемость. Значит, эти-то уже мамочки подрастают, слава богу. Девочкам уже 15-16 лет, через 7 лет, надеемся, и они начнут рожать. Еще такой момент. У нас сейчас появляются семьи, ну, более... все равно становится более здоровая жизнь, и теперь много рождений. Вот уменьшилась резко такая патологическая... рождение детей у несовершеннолетних. 16. Раиса Викторовна, мы выбрались из демографической ямы? Выбрались. Знак вопроса. Выбрались. Да, и перспективы выбрались. У нас тоже, ну, в общем, оптимистичные. Безусловно. Вот я считала население для города Екатеринбурга, проводила серьезное
исследования по заданию Вяткина архитекторов на, до 2030 года. И несмотря на то, что многие демографы, это не секрет, и мира, и ВОЗ, и ООН, и даже московские демографы говорили о том, что вот нас ждет очень плохо. А я все-таки оптимистично смотрела, в частности, на город Екатеринбург. И вот стабилизация и социально-экономических отношений, и политических, безусловно, при всей нашей сложности, понятно. И потом все равно нравственность, пена уходит, тоже хочется на это надеяться. И то, что вот наш, в частности, город, такая высокая привлекательность инновационная, у нас миграция растет. И миграция не просто, ну, понятно, просто рабочих, а появляются уже и специалисты. Понятно. Раиса Викторовна, спасибо большое. Про специалистов это тоже тема отдельного разговора. Спасибо вам большое. До свидания. Хочется спросить, завершая разговор про региональный, про наш областной закон с материнским капиталом. Это ведь не уникальный случай? То есть у нас в соседних регионах, вообще в стране такие законы на местах существуют. Как мы смотримся вот на общем фоне, расскажите. Мы самые лучшие, мы больше всех денег. В 20 субъектах Российской Федерации принято такое же решение о введении регионального или областного, краевого, различных субъектов в зависимости от их названия, материнского капитала в размере 100 тысяч рублей. А вообще по Российской Федерации 55 субъектов уже приняли решение о введении областного, краевого, материнского капитала в различных размерах. Выплаты. Кто-то платит больше? Да, если взять и проанализировать субъекты, входящие в Уральский федеральный округ, то, конечно, мы лучшие. Мы потому лучше. Как, допустим, Челябинская область определила такой то есть размер. Мы лучше, да, мы даже лучше с севера, где больше нефти? Ну, я сейчас про Ямало-Ненецкий автономный округ скажу отдельно. Я имею в виду из тех, которые ближе к нам. Вот Челябинская область, соседняя область, она такой размер определила в сумму 50 тысяч. Угу. Тюменская область, богатая своими недрами, в 30 тысяч. Курганская в 25. Богатая, но жадная Тюменская область. В 25, тем более, как и ежегодную выплату. А где в стране больше у нас? Вот расскажите, к чему нам есть стремиться? Ну, вот, допустим, Ямало-Ненецкий автономный округ, понятно, сложнейшие условия географические и природные, они определили размер материнского капитала в размере 250 и 300 тысяч рублей, в зависимости от Ямала или Ненец, там, от национальной принадлежности. Потому что это вымирающие, видимо, народы и люди, коренное население. Чтобы поддержать, вот ввели такую большую сумму и такой размер материнского капитала. Понятно. Спасибо вам большое. Вам хочется сказать до свидания, пригласить в студию молодую маму Полину Плеханову. Марина Владимировна, вот. Спасибо, мы с вами попрощаемся. Спасибо. И плавно перейдем к федеральному материнскому капиталу. У нас есть две красивых диаграммы, и вот хочется попросить режиссера вывести их на экран. Цифры о том, как работает материнский капитал федеральный у нас в Екатеринбурге. Давайте посмотрим и, собственно, покомментируем. Сейчас мы их увидим на экране. Вот она, красивая и заветная бумага. За период с 2007 года 125 996 сертификатов выдано. Можете вы озвучивать на самом деле. Заявлений о распоряжении средствами принято 44 510. И вот сейчас мы, собственно, увидим в таком процентном соотношении, на что люди тратят свои материнские капиталы. Абсолютное большинство на погашение кредитов, займов, речь идет об ипотеке. Да. Приобретение жилья – это когда… Прямая сделка, и средства перечисляются непосредственно продавцу. То есть, продавцу. Когда... Это то не есть... первоначальный взнос, когда… Ну, то есть это не ипотека, нет. Это просто вот это не купил ипотека, домик, да, грубо говоря, да? Это сделка купили-продавцу. Или просто квартиру. Да. Ага. А оплата в детских… Меньше всего формирование накопительной части пенсии. То есть вот как-то пенсия меньше всего заботит родителей, да? Но, видимо, да. Название оправдывает, что это семейный капитал. Угу. То есть он материнский, в том числе семейный. И он тратится на всю семью, на улучшение жилищных условий, на образование детей. То есть мамы в первую очередь думают о своей семье, о своих детях.
возможно. Ну, то есть в основном мы можем сказать, что ну, вот практически все выбирают по... Ну, в общем, жилье. Да, жилищные вот вопросы. С желтеньким этим соединить. Оплата содержания в детских садах. А вот это как реализуется? Оплата содержания в детских садах – это новое направление. Оно было реализовано, старт получило с конца 2011 года. То есть если раньше федеральный закон предусматривал только оплату образовательных услуг, то есть это образование в институте, в техникуме, дополнительные образовательные услуги, это школы искусства, кружки. Но при этом можно было оплатить только частные детские сады в части образовательных услуг. То после внесения изменений можно средства направить на оплату содержания, то есть вот размер родительской платы, то, что вот всем понятно, да, то есть каждый родитель, он в государственном или муниципальном детском саду, где образовательные услуги предоставляются бесплатно в рамках стандартной программы образовательной, но они оплачивают родительскую плату, в основном это как бы питание, да, то есть вот часть питания, да, содержание ребенка, питание. То есть вот сейчас есть возможность оплатить и эту сумму. Подождите, а мини-садики вот частные, если договор есть, конечно, это тоже можно, это да? тоже можно использовать средства материнского капитала. Пока мы разговариваем, давайте еще одну диаграмму на экран выведем про, собственно, деньги. Сколько денег, на что потрачено. Вот это мы сейчас в заявлениях смотрели. Сейчас посмотрим, как это все выглядит в рублях. 13 миллиардов рублей. Елена Валерьевна, это тяжелое бремя для вообще вот, государственной казны? Такие деньги, это много или мало? Ну, вот такие деньги потрачены. В бюджете 200 миллиардов на выплату капитала, ну, в целом по России, да, так скажем. Конечно, это очень серьезные деньги. И я думаю, что вот государство идет на эти траты совершенно не случайно, да, абсолютно осознанно, абсолютно для решения очень, ну, так важной для всего общества задачи. Действительно стимулировать рождаемость, действительно помочь семьям. Конечно, это существенное бремя. Существенное бремя и региональный материнский капитал для нашего областного бюджета. У нас заложены эти средства в этом году на бюджете этого года и бюджете следующего года. Года, поскольку мы принимаем бюджет на 3 года. Большие деньги, но, как мне кажется, эффект, он себя абсолютно оправдывает. Результат. Ведь важно, чтобы деньги были потрачены вот для решения совершенно конкретных задач. Полина, а где конкретная задача? Где сынок? Где задача? Сына в студии. Где у нас тут, кажется, обсуждается за третьего, да? Здесь обсуждается вообще помощь от государства. Но начинали мы, конечно, с печальной новости. Это я в курсе. Да, в 2016-м. Но я-то успела. Сложно это было, расскажите. А сколько еще можно успеть? Ну, конечно, нелегко. Так, сынок сидит в эфирке, я просто ему обещала показать, как происходит эфир и как монтируются камеры, вот, он у вас уже... Ну, если возможно, давайте мы сына сюда пригласим и рядом с мамой оставим. Нет, в принципе, я не против, давайте вы сюда спрашиваете. Это все срабатывает, вот как Лена говорит, это все вот... помогает. Вот вы знаете, мне кажется, редкий тот самый случай снежного человека, до которого эти деньги дошли, но, честно скажу, с трудом. Да, спасибо большое сразу скажу вот пенсионному фонду, у которого я все-таки, можно сказать, с боем? Пришлось, а да. Почему с боем? Вот слушайте, мне тоже непонятно. Вот. Страшно? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай. Иди вот. Сюда вот рядом к маме. То есть ситуация просто такая. Вот все же прекрасно понимают, что мать, которая находится вот с ребенком, да, ты, как правило, я ходила с грудным ребенком, вот просто в корзинке его в машину положил. Когда я села в очередной на прием к специалисту у пенсионного фонда, ребенок был здесь, вот здесь был такой, знаете, переноска. Она у меня спала все это время, слава богу. И вдруг проснулась и заорала. И сотрудник, она не заметила, хотя мы с ней уже общались, так скажем, встреча была наша не первая. И вдруг она говорит, а кто это у вас там? Я так удивилась, говорю, как кто, ребенок? Кошечка. Тушканчик. Вот, и вдруг ребенок проснулся и заплакал. И я была там, естественно, не одна такая. Ситуация следующая, то есть ты приходишь на прием, сидишь, принимают 2 специалиста, в частности, я имею в виду, Верхесецкий пенсионный фонд работает, 2 специалиста по приему, 3-й работает, но он не принимает граждан. На каждого человека тратится по часу.
То есть, если ты пришел к 9 утра и уже есть два человека, ты можешь смело предполагать, что ты зайдешь туда в 10:30, а ты уже с грудничком, да? Ну хорошо, вот хорошо, если грудничок ест титьку, а кто искусственник или еще что-то ест. Ты зашел, и на тебя тоже потратят час. И если ты пришла без ребенка, а он там где-то новорожденный, то ты пропала из дома часа на 4, плюс еще дорога. А что происходит дальше, этот час? Что дальше? Можно я так-то уже закончу быстро? Да, давайте. Вот. Огромнейший список документов. И вот самое главное, это вот первый прием. Ты эти документы подаешь, и такая окрыленная надежда, что вот сейчас все у тебя примут, и ты побежишь дальше, и потом тебе только деньги переведут. Мытарства-то начались вот здесь и сейчас, когда тебе говорят, что у вас здесь неправильно стоит запятая, зачем вы здесь личные ваши данные поместили вот в этот абзац, потому что их надо переместить из этого абзаца вот в этот абзац, а здесь у вас неправильно вам банк выдал вообще платежку, идите ее и переделайте в банке платежку. И мне сказали, что у меня договор купли-продажи квартиры тоже неправильный. Но поскольку квартиру уже купили и договор состоялся, сделка, то так и быть, договор купли-продажи квартиры я не переделывала, а все остальное переделывала. Вот. Но это деньги. Сколько? Это деньги? Это деньги. Поэтому выделение их, конечно, сопровождается оформлением определенных документов. Ну, я думаю, что пенсионный фонд в этом разбирается. Но это не так просто, как нам рассказала мама по скайпу. А вот, ну, в общем, она рассказывала про региональный капитал, а в данном случае про федеральный. Там тоже она говорила про федеральный капитал. На самом деле, вот если отстраниться от конкретного случая, да, то есть вот, который вы сообщили, то есть вот в пенсионном фонде вся работа построена на то, чтобы в первую очередь было удобно клиентам. То есть у нас основная работа направлена на повышение качества обслуживания граждан. С этой целью были созданы клиентские службы, которые позволяют вести специализированный прием. То есть специалист, когда ведет прием, он не отвлекается ни на какие другие вопросы. То есть его задача входит только прием граждан. У нас прием граждан, работа построена таким образом, что ведут самые квалифицированные специалисты, которые постоянно проходят обучение, которая постоянно повышает свою квалификацию. Да? Вот. Это все понятно. По документам. Современные технологии. Современные технологии, они тоже используют. Первичный вариант документов направить в электронном виде, чтобы вы указали на ошибки. Они тоже используются, извините, да. Вот современные технологии, они тоже используются. То есть, возможно, и осуществить предварительную запись по телефону на прием, в то время, которое удобно маме. Ну, для мамочек гораздо актуальнее было бы по интернету отправить бумаги и... Этот вопрос тоже решается, и такая услуга будет предоставляться в рамках реализации закона о государственных услугах. Такая возможность будет. И в настоящее время соответствующие сервисы разрабатываются. Ну, все-таки, вот очень по-простому. Будет уже проще. Очень по-простому. Вот час, смотрите, это, чтобы вот час это много или мало? Мне кажется, что с грудным ребенком, бедной мамочки, это много. Вот, я все упрощаю. И они не выдерживают, например, женщина, которая сидит за мной, она видит, что люди вышли, и она просто говорит, так, значит, скоро обед, ей там звонит муж, у нее там двое орут, она говорит, так, все, я пошла. На самом деле, ни в одном управлении города Екатеринбурга на приеме документов не задействовано два специалиста. То есть штат клиентских служб города Екатеринбурга в каждом управлении более 20 специалистов. Ну, так понятно, но по факту-то сидит две тетеньки. Две тетеньки, одна что касается документов, в кабинете, две что принимают, касается... одна что там... Что касается документов, вот смотрите, чтобы получить материнский капитал, всего лишь требуется представить три документа. Что это за документы? Это паспорт. И два свидетельства это вы говорите рождения. Про сертификат, да. А я-то говорю про деньги. Давайте мы все поэтапно. Да? То есть вот вы получили сертификат, затем вы желаете его использовать, да? Обращаетесь уже непосредственно за распоряжением. Как я поняла, вы приобретали жилье. Да, у меня был займ у юрлица. То есть вы оплачивали... Да, то есть я взяла займ у юридического лица. Займ был взят 400 тысяч рублей, поскольку сумма материнского капитала, допустим, займ я брала в декабре 2012 года, и я не знала, насколько он будет проиндексирован. Я так подумала, наверное, лучше взять больше, чем 378 тысяч. Взяла 400, оказалось, неправильно сделала. Мне в пенсионном фонде сказали крупные а-та-та, что я сделала им массу проблем. Что вот... Почему-то очень был большой вопрос, а как вы эти вот оставшиеся средства будете отдавать вашему юрлицу? Я говорю, ну как, отдам наличкой. Договорюсь, в конце концов. Ну ведь мы-то вам переведем не 400 тысяч, а 378, вы это понимаете, я понимаю. И как-то было очень-очень много вопросов.
какие там справки из банка, как банк выплатил платеж. Я несколько раз переделывала в банке документы. Вот это юрлицо мое бедное, оно чуть не посидело. Вы знаете, там директор фирмы, а он переделывал эти вот договора, он уже потом под конец говорит: слушай, может, я вместо тебя на твой прием пойду? Человек мне вообще посторонняя абсолютно личность. Но он был настолько уже просто взбешен, он говорит: слушай, Полин, так давай я правда пойду. Мне хоть и говорит, не надо там кому-то кашу кормить. Полин, зрители просят, пока далеко не ушли, зрители просят вас непременно написать такой мастер-класс опытного бойца. Я какие-то... уже согласна, я дам все инструкции, список документов, что кого, и главное, думаю, как они должны выглядеть. Я думаю, что мы можем в программе пояснить, да, то есть список на самом деле очень прост. А почему этот список, вообще вот спрашивают зрители, а нельзя вывесить все образцы всех заявлений и документов? Все эти образцы расположены на сайте, то есть их можно, они в прямом доступе. Пенсионного фонда, да? Да, пенсионного фонда, все формы заявлений, список всех необходимых документов. Что нужно? Документы три, вы сказали. Это для получения сертификата. Для получения сертификата. Что нужно сделать, чтобы получить, вот если направить средства на погашение кредита, как в случае Полины, да, то есть кредита или займа, нужно представить договор займа. Да? То есть вот в данном, это первый документ, один из основных. Второй документ, это нужно представить свидетельство о праве собственности жилья, которое приобретено с использованием заемных средств. Это тоже очень важный документ, который подтверждает целевое использование средств, да? Что вот оно жилье, оно приобретено. То есть это два документа. Первый документ, он составляется мамой и взаимодавцем. Да? То есть документ займа, он не подлежит регистрации, поэтому... Качество составления этого документа зависит непосредственно от сторон. Слушайте, ну я его раз пять переделывала, честно скажу. Я поясню сейчас все как бы нюансы. Второй момент. То есть мы говорим о том, что вот в выдаче, в случае Полины, да, мы говорим займ, договор займа, он считается заключенным с момента реальной выдачи денежных средств. То есть просто составленный документ, да, он не подтверждает вступление в силу, да, вот обязательств по этому договору. Поэтому в дополнение к договору займа... Многодетная мама Катерина Осоченко, известный блогер, пишет нам... Непременно, Катерина, надеемся в скайпе с вами поговорить. Но, тем не менее, правда, в коридоре все висит, но проблемы начинаются, когда появляется третье лицо во взаимоотношениях мамы и пенсионного фонда. Банк, где ипотека оформлена. И вот ну, тут начинаются все... Тот человек, который оформлен. На самом деле, вот проблемы нет. Вот что касается банка, то здесь нужно заявителям представить правильные реквизиты, на которые необходимо перечислить средства. Вот смотрите, а тут вот это очень важная информация. Если вы в расчете в счетном счете указали хотя бы одну неверную цифру, то значит средства не могут быть зачислены. То есть от правильности указания реквизитов в справке для перечисления это зависит очень много. Это очень важный документ, иначе ваши средства могут просто не дойти. Я сейчас немножко можно за вас заступлюсь и скажу, что это не только за пенсионный фонд, а вообще за все эти бумажки. У меня такое ощущение, что я и про себя тоже это говорю. Вот когда мы берем это и начинаем особенно от руки, и все, это как бы человек пугается, и начинаются ошибки в том числе, да? То есть, или там, я не знаю, еще чисто психологический момент. В пенсионном фонде мне сказали весьма правильно и логично, то есть я-то на них никакого зла не держу, потому что я понимаю, что это все для моего же блага, чтобы деньги действительно дошли до адресата. Единственное, что, понимаете, было ощущение, что придираются к мелочам. Например, банк, который, вот взаимодавец мне, допустим, перечислил 400 тысяч, да, на счет, со счета на счет. И чтобы мне их получить, сделки с недвижимостью оформляются наличными. Мне надо было их обналичить. И, естественно, этот банк, это был Уралтрансбанк, он взял с меня процент за обналичивание. Допустим, 0,6. Почему-то в пенсионном фонде мне сказали, что это за процент такой. Это очень большой процент. Например, Росбанк берет меньше, Сбербанк тоже меньше. Я говорю, ну, так это не мои проблемы, вот проблемы банка, но вот такой с меня взяли процент. Почему-то и зачем-то они высчитали, какая это получилась сумма, 8 тысяч. Я их также указала, вот, кстати, представляете, какой момент, что это мое самое юрлицо дало мне 400 тысяч с учетом того, что из них проценты у меня будут взяты за обналичивание. Мы все договора переделали и внесли туда этот пункт. Причем тут эти проценты за обналичивание? Полина, я вам поясню. Вот смотрите, средства материнского капитала, разрешите, я отвечу. Какие вот такие вот моменты, где ты споткнешься, ты не знаешь, когда идешь туда. Вот смотрите, Полина, вот вы сейчас вспоминаете, как страшный сон, и не дай бог еще войти в эту реку? Ну, и скажем так,
конечно, как страшный сон, но я ведь тогда не знала юридических каких-то тонкостей. Мы, как, скажем так, оптимисты, будем искать все позитивные стороны. Я теперь юридически подкованный член нашего общества. Безусловно. А там еще возьмут, а сейчас возьмут и еще что-нибудь изменят. Я могу презентации переказывать, да. А расскажите, мат-капитал работает вот действительно как некий вдохновитель, работает как стимул для прибавления в семействе размножения? Мы же для этого размножались, понятно, не может же быть. Нет, конечно, не работает он, но, скажем так, это приятно. Презент. Все, естественно, все знакомые, все прикалываются на эту тему, что вот родили третьего, а, наверное, хотели получить землю. Мы, конечно, говорим, да-да-да, над этим работаем, а вот еще за четвертого что-то дадут. Машину, чтобы к этой земле ездить. Спасибо большое. Хочется предложить посмотреть. Мне что хочется сказать мамочкам? Ищите, обрящите, стучитесь, и будет вам отворено. Вот. Но можно пояснить эту ситуацию? Вот смотрите, вы показывали цифры, да? 44 тысячи распорядилось, да? То есть вот я думаю, что ведь такой показатель тоже говорит о том, что как много делается, да? То есть вот и для организации, для реализации данного закона. И я думаю, что это основной аргумент, да, то есть вот как много, какой большой колоссальный объем работы делают специалисты пенсионного фонда. Что касается, да, возможно, какие-то есть нюансы в каждом конкретном документе, но в большинстве случаев, вот я хотела бы еще повторить, для распоряжения средствами для погашения кредита требуется всего представить 3 документа. Качество документов, которое предоставляется, в первую очередь зависит, решение вопроса зависит от того, насколько качественно был оформлен первичный документ. То есть в данном случае договор займа, да, то есть он заключается в простой произвольной форме, да, то есть вот которую вы, наверное, ну, где угодно могут оказаться ляпы и обнаружить какие-то недостатки. Ну, тем не менее, я думаю, что вот этот пример, он не самый показательный. Уверяю, что у нас очень много. Частная история, которая... Вы потратили в уплату кредита, ипотечного кредита? То есть деньги, которые я взяла у юрлица, мы у него взяли эти 400 тысяч, продали свою квартиру, добавили эти 400 тысяч, еще какие-то деньги накоплены и купили новую квартиру. Вот. Но все, кто собирается так же поступить, вы, то есть, имейте в виду, что получается так, сначала вы берете займ, сначала покупаете квартиру, и только после этого вы идете в пенсионный фонд, и получается, что там вам либо одобряют вашу сделку, либо может такое случиться, что она и не подойдет, я так понимаю. В общем-то, вы рискуете. Самое главное, в любом случае, главное, чтобы это было целевое назначение кредита. Ну, то понятно. Есть, вот, Алёна Владимировна, вот про те самые цели, куда все-таки могут быть потрачены средства капитала. Вот коротко по пунктам. Улучшение жилусловий. На образование детей, и, как мы сказали, в том числе не только на платные услуги, но и детские сады. И детские сады. И накопительную часть мамы. Три варианта. Но что касается... Четвертого не дано. Что касается вот улучшения жилищных условий, да, то здесь можно сказать... предусмотрены все виды сделок, которые направлены на улучшение жилищных условий. Это может быть и приобретение жилья, и строительство жилья при участии в долевое строительство. Это может быть и строительство жилья путем вступления в жилищный строительный кооператив. Да? То есть любые формы. Это может быть индивидуальное строительство. То есть когда семья сама возводит свой дом, тоже можно направить. И в частности вот для этого направления средства перечисляются непосредственно вот маме. Это единственный случай, когда сумму материнского капитала можно направить на счет самой мамы. То если есть, люди сами строят свое жилье. Если ей дают, она берет эти средства и тратит их уже на строительство. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у людей, расклеивающих объявления об наличии материнский капитал. Знаете, такое периодически волной проходит. И вот на деревьях. На столбах, и на деревьях, это в том числе и в газетах с объявлениями. Давайте посмотрим на эту тему сюжет. Алена Владимировна, спасибо вам. Спасибо, Полина. Заменим гостей, пока будет идти сюжет. И удачи. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Могу обналичить государственный сертификат на материнский капитал. Телефон 8-952-73-75. Лидия с сыном сначала подумали, что объявление на дереве чья-то шутка. Но когда эта шутка стала повторяться на каждом шагу, смешно и быть перестало. Предложение обналичить материнский капитал появилось даже рядом с созданием районного отделения пенсионного фонда. Я видела в районе диагностического центра
Где-то, по-моему, на уральских рабочих у нас тоже видела. Все, что идет в обход закона, значит, уже что-то не то. Везде и всюду говорится о том, что наличность не наличными деньгами никто не получает. Авторам объявлений закон как будто не писан, возмущаются чиновники. Сорванные бумажки с телефонами они уже передали в полицию, но на их месте тут же появились новые. Все действия, которые связаны с обналичиванием средств материнского семейного капитала, это действия мошеннические, и лица, которые участвуют в этом, в первую очередь, конечно, должны переживать за то, что есть уголовная ответственность по участию неправомерного использования средств материнского семейного капитала. Серые схемы, по которым обналичивают сертификаты, действуют в России уже не первый месяц. Только в Нижегородской области за полгода уголовные дела возбудили в отношении двух риэлторских компаний и 18 семей, которые пытались выйти за узкие рамки закона. Тем же самым занимаются и некоторые екатеринбургские риэлторы. Здравствуйте, я бы хотела обналичить материнский капитал. Звоним по телефону, указанному на одном из таких объявлений. Нам предлагают купить комнату в квартире или старенький домик по цене в пределах сертификата. Для этого необходимо оформить займ в банке и заключить договор с риэлтором, который помогает купить подходящий объект недвижимости. То есть мы подыскиваем недорогой домик в районе 200 тысяч. Вы его покупаете. Это дом такой, он, как бы сказать, для житья-то его нужно подремонтировать. После сделки документы отправляются в пенсионный фонд. Когда он дает добро, материнский капитал переводится на счет банка. Сделку можно тут же расторгнуть, обещают риэлторы. И наличные, тот самый займ, останутся у родителей на руках. Схема упрощается до нельзя, если приобретать жилье у своих же родственников, купив, например, часть квартиры родителей. Тогда договор можно и не расторгать. Банк забирает при этом 16 тысяч. Мы, риэлторские, берем 30. Такая простота не лучше воровства, говорят юристы. Ведь в случае провала владельцы сертификата могут лишиться материнского капитала. Все до копейки придется вернуть государству. Эту сделку следует рассматривать как мнимую. Это сделка, которая не направлена на порождение соответствующих правовых последствий, на то, что у ребенка возникнет недвижимость. И в случае, если такая сделка совершена, она может быть оспорена. Само по себе оспаривание сделки, оно не может и не возвратить ребенку тех денег, которые должны быть потрачены на приобретение недвижимости. В пенсионном фонде, надеются, родители хорошенько изучат закон, прежде чем обратиться к мошенникам. Желающих получить господдержку наличными явно немало. У уличных объявлений оторваны почти все телефоны. У нас появились в студии новые гости. Во-первых, очаровательная мама и кандидат экономических наук, преподаватель УРФУ Анна Дьячкова. Анна, добрый вечер. Добрый вечер. И участник общественной организации «Родительский комитет» Людмила Нечаева. Людмила, здравствуйте. Добрый вечер. Анна, первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, вот с точки зрения экономиста, с точки зрения экономики, работают вот такие рычаги на решение социальных задач, таких как вот повысить рождаемость, вытащить страну из демографической ямы? Да, во-первых... И конкретная история сработала с мат-капиталом? Во-первых, надо сказать, что материнский капитал – это очень такая серьезная социальная программа, достаточно дорогостоящая для страны. И, безусловно, эта мера, она, конечно, имеет свои очень хорошие, очень большие результаты. Например, по данным... годового отчета Пенсионного фонда Российской Федерации, уже получено более 3 300 000 сертификатов материнских. То есть вот столько детей в нашей стране было рождено. Вот как вы эту эффективность оцениваете? То есть все случилось и сработало? На самом деле социальные задачи определить какими-то экономическими параметрами, там, результативность, окупаемость, конечно, очень сложно, где-то невозможно. Вдруг вы как-то считаете? То есть, вот мы есть, считаем, мы считаем... Их стало больше, соответственно, они больше пользы принесут. Мы считаем лучше. Вот на самом деле в этом законе не прописано о том, что основная цель – это увеличить рождаемость. Это дополнительные меры поддержки семей, то есть помощь для решения различных вопросов. Вот в основном это, я считаю, образование и, естественно, это жилищные условия. И в этом, конечно, это работает. Но эта мера была эффективна, и она эффективна только потому еще, что размер материнского капитала, он очень серьезный. Когда он начинался с 250 тысяч, на данный момент, вот на этот год, он составляет 408,9 тысяч рублей. Это огромная сумма, она увеличится больше, чем на 60%. И чтобы мера и дальше была, и работала, когда у нас там через 10-15 лет дети наши захотят им воспользоваться, то индексация должна также идти экономически грамотно и правильно. То есть его нужно сохранить, судя по всему. Конечно, то есть с учетом вот этой инфляции и так далее.
Сейчас для этого предусмотрены какие-то рычаги? Вот если действительно... То есть вот важный момент, мне кажется, нужно проговорить. Если Анна сейчас дважды мама, она получила право на материнский капитал, она может им воспользоваться хоть когда... Да, сертификат. Она может им этим сертификатом воспользоваться вот хоть через 50 лет? Но в законе срок не ограничен. Не ограничен. Нет, ну, то есть, и... нет, ну на образование только до достижения ребенка 25 лет. Естественно, Поэтому 30 лет вы его уже образовывать не будете. Да, да, поэтому... Поздно будет его образовывать. Действительно, как с индексированием, с инфляцией быть, если где-то в будущем хотят воспользоваться деньгами? Ну, индексация заложена, он капитал. И мы действительно, мы же помним, что мы в 2007 году начинали с 250 тысяч, сейчас это 408,9 тысяч рублей. То есть он существенно вырос. И, в общем-то, предполагается индексация и дальше, до момента, так скажем, окончания действия. Когда ты им распоряжаешься. Да. Людмила, а вот как вам кажется, вот 2016 год, все-таки есть некий конечный пункт, правда, вот есть надежда, что все это продолжится. Родительский комитет это встревожило вообще вот эту новость? Можно ли как-то еще мотивировать людей рожать детей, что, не знаю, там, машины дарить, не знаю. Вот сейчас говорят про налог на бездетность, вот предлагают ввести. То есть с другой стороны зашли, да, давай там казним тех, кто не заводит ребенка. Отберем у него деньги. Нет, ну, конечно, там для улучшения демографии нужны обязательно дополнительные меры. Ну, например, уменьшение детской смертности. Да? Вот у нас есть примеры, когда в детских домах, Кемеровский детский дом, в прошлом году 26 детей умерло. Хотя идет большое финансирование на этих детей. Значит, потом дополнительная мера. Слава Богу, недавно президент подписал закон Димы Яковлева. Мы его в этом очень поддерживаем. И если... После 2016 года у нас будет запрет полный на иностранное усыновление и в другие страны, в том числе во Францию, в Италию. То есть мы тоже это поддержим. Это дополнительная мера. Потому что если мы будем продавать наших детей за рубеж, то никаких поддержек не хватит, я думаю. Расскажите про материнский капитал, все-таки возвращаясь к теме разговора. Вы как-то собираетесь, отстаивать, бороться с чиновниками, которые хотят в 2016-м программу... Чтобы его сохранить. Да, ну у нас как бы речь идет о грамотности родителей, которые большинство родителей просто неграмотны в его использовании. Как его получить, как его можно использовать. Вот суть вот этой вот передачи, я так понимаю, просвещение вот этих вот людей. Потому что у нас есть семьи многодетные, которые его использовали, потому что не знают закона, не столкнулись, вошли в эту воду. У нас же поговорка «не знаю в роду, не ходи в воду», не суйте. Есть семьи, которые, значит, не могут никак использовать материнский капитал, потому что просто вот не знают законов достаточно. То есть там три вот на использование на ипотеку. То есть считается почему-то, что на покупку улучшение только, жилищных условий, да? На покупку только нового жилья. Нет, строительство еще, домов, индивидуальное жилищное строительство. Что значит не могут? Подождите, вот вы сейчас у нас какую-то... То есть это касается грамотности. Никто не разъясняет вот этим вот мамам многодетным. То есть как можно использовать? Не знаю. Так, знаете, вот Анна. Я пришла в пенсионный фонд. Вы знаете, мне понравилось тем, что как раз это, там все. Бабушки отдельно, мамочки отдельно. Это был, конечно, плюс, потому что я тоже была кормящей мамой, которая забежала и выбежала. Мне дали проспект, где четко было прописано вот эти три позиции, что нужно сделать, когда воспользоваться можно будет и так далее. И в этом смысле ты смотришь, надо тебе, не надо, можешь ты сейчас, хочешь ты оставить на потом и так далее. В этом смысле... Вот разъяснение, вот такая вот публичность, мне кажется, она все-таки имеет место. И поэтому... Вы что выбрали? Вы уже шли, знали, как вы распорядитесь? Ну, я еще не распорядилась, то есть у меня сертификат, но пока нет, пока я еще не знаю, каким распоряжусь. Я думаю, это альтернатив у меня немного. Это либо обучение, но еще надо иметь в виду обучение в российских вузах на территории России. Вот. Я не говорю, что это плохо, это хорошо,
Просто это один момент. Второй момент – это жилищные условия. Вам как педагогу российского вуза, знаете, преподавателю, было бы странно сказать иначе. Нет, но свобода выбора наших детей – это свобода выбора. Кстати, вот еще сказать по поводу вот там цифры, например, это то, что в этом году вот уже 15% населения страны, вот мам, которые имели материнский капитал, им воспользовались. По 2016 году можно небольшой комментарий? Вот комментарий как экономиста. Вот состоит в том, что вот мера стимулирующая, мера серьезная, с огромной суммой, конечно, она временной должно быть. Если мы хотим, чтобы это была долгосрочная вот такой материнский капитал, да. Вот это вот обязанность государства, вот это возвращение к этому патернализму со стороны государства, это приведет все к тому, что эта сумма будет обязательно снижена. Не подтянет ни один бюджет страны, ни одной страны на такие меры. То есть это не будет работать. То есть если мы хотим, чтобы это работало... То есть все, вы считаете 2016 и отрезали. Нет, ну, и знаете, завернули. Давайте поприветствуем... Еще один скайп. Екатерина Сочненко, тренер по перинатальной йоге. Привет, Катя. Она вот в этой самой йоге помогает мамочкам гармонично стать мамами. У нее в семье 5 детей. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, хочется сказать, что в прошлом я журналист, и 3 назад уехала из Екатеринбурга. Очень рада за свердловчан, что у вас теперь еще и региональный капитал появился. Ну, конечно, как я понимаю, это недолго, до 2016 года. И мне кажется, в этом проявляется как раз... наша общая неуверенность, и власти не уверены в стабильности завтрашнего дня, и сами мы не уверены. И именно поэтому далеко не загадывают. Боятся до 2025 года его продлить. А вдруг экономическая ситуация изменится, и пенсионный фонд уже не потянет, да? Угу. Вот поэтому опасаются. И мне кажется, стимулировать рождаемость можно не вот такими разовыми вещами. То есть у нас 5 детей, и только за 2 мы получили, да, вот эти деньги. И то они пока лежат, мы ими не воспользовались. Можно было бы стимулировать, если бы дать людям ощущение стабильности и вот те ежемесячные регулярные выплаты, которые мы получаем, если бы они были увеличены в разы. Вот я переехала в Москву 3 назад, существенно выплаты, ну, они не отличаются ни в Екатеринбурге, ни в Москве. То есть на 5 детей порядка 7000 в месяц. Ну, 7-8 там разные статьи есть. Ты ходишь, собираешь эти справки каждый раз по 200 тут, по 500-700 рублей тут на каждого ребенка, набегает в общей сложности. Но вот если бы ежемесячные выплаты были больше, это было бы существенно. Ну, раз там, ну, не в 10, но хотя бы, да, вы понимаете. Тогда мама была бы уверена, что, находясь в декрете, она будет, в общем-то, как-то, ну, подкормлена. То есть со стороны государства было бы гораздо разумнее и эффективнее поддерживать на регулярной основе мамочек вот какими-то постоянными выплатами, чем разово дать вот эти самые 408. Потому что вот когда ты рожаешь ребенка, в первые вот там месяцы 2-3, да, актуально там ипотека, что-то еще, но ценности меняются, деньги прожигаются, и потом проходит несколько лет, вот дочери сейчас 5 лет, но мы еще пока не распорядились семейным капиталом, но ты думаешь, господи, если бы вот тогда, то я бы иначе бы распорядился. Еще один момент я бы хотела сказать. Ну вот сейчас 400 тысяч, да, Полина сказала совершенно верно, что... должна быть уже некая стартовая сумма, чтобы вы могли ее вложить в жилье, и потом государство вам компенсирует. То есть это уже поддержка семей с достатком средним и выше среднего. Ну, это, конечно, хорошо. Но в целом все семьи, вот с которыми я встречалась, 1-2 ребенка, они говорят, мы бы хотели еще родить детей. Ну, квартирный вопрос, как говорил Булгаков, да, испортил. Если бы мы были уверены, что у нас будет жилье, связываться с ипотекой, там, 400 тысяч, ну, в Москве это туалет купить, в Екатеринбурге это ванну с туалетом. Для семьи в 5 детей это вообще не очень. Садик. Если бы давали сразу квартиру, понимаете, квартиру. Серьезно, не мелочась. На семью, ну, не из 3, сейчас 3 ребенка довольно частое явление, но из 5. Ну или там хотя бы на 1 комнату увеличивали бы жилплощадь имеющуюся. И вот без вот этой всей вот маяты, как Полина описала, с ипотекой, а непосредственно натуральную живую квартиру, тогда люди бы рожали смелее, они знали бы, в каких гнездышках им развестить своих многочисленных детишек. Замечательно. Спасибо большое. Катерина, последний вопрос. Вы общаетесь с мамочками, ну вот так глобально и в блоге своем. Расскажите, как мамы восприняли новость о 2016-м, где все баста карапузики?
Я вам скажу, что это не новость. Когда в 2007-м я родила дочку, тогда уже было объявлено, правила игры были определены. Что до 2016 года, что программа будет действовать 10 лет. Но тогда говорили, что возможно, там до 2025 года мы ее продлим. И, собственно, сейчас новость заключается в том, что чиновники задумались, а стоит ли продлять. И как бы вот эти все разговоры наши с вами, они очень хороши, потому что чиновники будут умнее думать об этом. Спасибо. Пусть журналисты говорят, пусть чиновники думают. Спасибо, Катя, всего доброго, привет семье. Приятного вечера. Хочется, да, Денис. На самом деле, мы сегодня спросили екатеринбуржцев тоже, помогает ли материнский капитал. Давайте этот самый опрос посмотрим, услышим в том числе, что говорят люди на улице, и уже будем... После опроса подводим итоги и прощаемся, но сначала опрос. Лозунг Китая «Одна семья, один ребенок» известен всему миру. В России же все да наоборот. Родил второго ребенка, получил деньги и потратил их на улучшение жилищных условий или образования. О том, помогает ли материнский капитал нашим горожанам, мы спросим у них прямо сейчас. Рождение второго ребенка – это всегда радость, счастье, удовольствие, полноценная семья, если это еще особенно девочка или мальчик. И к этому еще государство дает 320 тысяч. Я думаю, это замечательные условия. Меня он бы не стимулировал к рождению ребенка, потому что мы, в принципе, планируем второго ребенка. Я думаю, не помешают деньги, конечно, нужно. На образование, там, на лечение, еще на какие-то, я думаю, что нужно. Даже если отменят, то рожать нужно, но отменить нельзя в любом случае. Это подспорье для семьи, я считаю, что необходимо помогать и за третьего, и за последующего, чем больше, чем лучше. У меня пока один ребенок, но, в принципе, получение дополнительных каких-то денежных средств может быть стимулом для того, чтобы родить второго ребенка, для меня лично. Если поддерживать материнским капиталом, ну, не в такой сумме ущербной, которая сейчас дается. Я думаю, что деньги стимулируют все-таки рожать, но лучше бы строили больше было доступного жилья, чем денежные средства. Лучше бы давали квартиру за второго ребенка. Полина Нестерова пишет нам, насколько я помню, можно в ипотечный кредит использовать материнский капитал как первоначальный взнос. Да, можно, действительно. И, ну и я хочу сказать, вот немножечко добавить такой личный интимного момента. Вот для меня лично материнский капитал – это такая приятная перспектива. И имея одного ребенка и планируя второго, мне ну вот как-то спокойно и уверенно рассчитывать, да, на эти деньги, да, на эту государственную помощь. Понятно, что рожают детей не ради денег и не ради каких-то государственных выплат, но тем не менее это существенное подспорье. И ну вот мне тревожно, что после 2016-го его, скорее всего, не будет. И я как-то думаю, что вот, ну да, надо успевать. Не знаю, может быть, какой-то бэби-бум сейчас начнется. Елена Валерьевна. Какие ваши мысли по поводу 2016-го? Придет ли что-то на смену, если все-таки 2016 закончится? Во-первых, государство должно брать на себя только те обязательства, которые оно может выполнить. Вот, государство должно быть уверено в том, что если есть закон, да, если мы людям что-то пообещали, то это обязательно должно быть сделано. Но вот на сегодняшний день меня, например, очень обнадеживает то, что президент в послании Федеральному собранию сказал о том, что все обязательства в части материнского капитала мы выполним обязательно. И все дети, которые будут рождены, вторые, да, дети, до 31 декабря 2016 года, они будут обеспечены вот тем самым материнским капиталом, о котором мы сегодня говорим. Я думаю, что это очень правильно, очень обоснованно, очень порядочно, да, со стороны государства. И президент сказал еще одну вещь. Я не призываю, да, вот мамочек рожать сейчас срочно второго ребенка, хотя до окончания 16-го года. А я призываю, рожайте срочно второго ребенка. Он сказал о том, что мамочки сами знают вообще, что и когда им делать, да, и это тоже, наверное, правильно. Но вместе с тем президент сказал, что мы должны серьезно подумать над тем, что будет дальше по завершению вот этой программы, да, этого действия, этого федерального закона. И мы действительно должны... Страшно понять, таких слов делать, что будет дальше? Ну, что будет подумать дальше? Что придет на смену в этом смысле, да, вот этой программе? Вот увеличение, либо то, что сказала продлять. Катя, например, увеличение выплат на постоянной основе.
То есть вот этих ежемесячных... Это тоже вариант. Более того, надо думать и о других программах. Мы с этого начинали наш разговор, о том, что семью надо поддерживать и опекать со всех сторон. Да? А вообще надо иметь в виду, что материнство само по себе – это необыкновенное счастье. Да? И присутствующие здесь женщины об этом знают. Я знаю семью в моем родном Нижнем Тагиле. Они воспитали 27 детей. 27. Из них 5 родных, 7 приемных, остальные опекаемые дети. И мало того, что вот эта мама вырастила такое количество детей, у них сейчас 14 внуков, она не дает спокойно жить ни исполнительной власти, ни депутатам. Благодаря ей мы несколько лет назад увеличили, значит, вознаграждение приемным родителям за второго и последующих детей, благодаря ее активной позиции. Более того, она сегодня у себя консультационный центр открыла по, значит, приемным детям, по усыновлению детей, и со всей Свердловской области к ней едут, значит, родители с тем, чтобы получить такую объективную, достоверную консультацию. Вот такие семьи есть у нас в Свердловской области. Между прочим, эта семья получила международную премию в прошлом году. Это уникально. Благородному это родительству благодарное детство. Елена Валерьевна, скажите за всю Единую Россию. Вот вы довольны тем, что вообще материнский капитал случился в нашей стране? За то, что такая история была, и важно чтобы довольны были семьи, чтобы семьи были благополучны, чтобы там росли дети, чтобы дети были здоровы. Вот это самое важное. А то, что надо, безусловно, взяться за голову, да, и всерьез подумать о том, каким образом нам и дальше поддерживать семью, в какой форме это делать, я думаю, что мы все это понимаем, это однозначно. Ну, в общем, хочется верить, что будут создаваться условия, вот какие-то комплексы, да, и действительно будет как-то решаться проблема с детскими садами. И будет хотеться рожать и второго, и третьего ребенка. Мой вывод – надо успевать, надо идти надо работать над вторым. 2016 год, 31 декабря, все превратится в тыкву. Вот, в общем, надо. На этой ноте предлагаю завершить наш сегодняшний разговор. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания.